Так, шашлык, курицу, колбаски, сыр. Сыр. Не, сыр я уже называл, так. Чё, бать, я слышу мяско, шашлычок, колбаска и мой любимый сыр. Бать, это что такое? Это что за пир горой? Для чего тебе столько вкуснятины, батя? В смысле, Шерлок? Праздник завтра же. Бать, я правильно понимаю? День рождения? Шерлок, ты все правильно понимаешь? День рождения. Вообще, дедукция у тебя развита, отлично. Ладно, некогда мне тут с тобой базарить. Я в магазин. Бать, Тед, еще мне сыра не забудь купить. Колбаски вкусненькой. Ты это сальтисончика любименького. Ну, можешь целую курочку. Или лучше гуся. И все мне, батя. Шерлок, ты что-то разошелся. Ну, и это сметана со маслицем. Я их очень люблю. Все только мне. В смысле только тебе? Не, я курицу собирался купить, ну... Хорошо, куплю, не переживай. Сметану я и так, все, Шерлок, не дури, у меня сейчас каша в голове будет. Все, ты дома остаешься. Давай, пока. Какая каша? Я мясо прошу, бать, курицу не забудь. Да. И это мясо побольше бери мне. И сыра не забудь. Ладно, где же батя так долго? Что ж там делает он? Это сколько можно ходить? Уже надо принести мне вкусняшки. День рождения же все-таки. Бать, ну где ты? Батя! О, наконец-то. О! Ух ты, ё-моё, продуктов. Так, подожди, Шерлок, это еще не все. Это только половина, вот. Так, не смей ничего брать пока. Отлично, сейчас вторую часть еще принесу. Ух ты, там сколько вкусняшек. А как оно пахнет. Вот это запашок. Там наверняка курочка есть. Еще, наверное, шашлычок. И сырок мой пахнет. Ой, ё-моё, что ж так надо было 3 пакета брать. А то в 2 все вгрузил, еле поднять возможно. Что, ты тут не лазил еще, а? Да не, бать, не лазил, жду тебя. Ой, нямочка моя, как же я соскучилась по праздникам. Блин, Шерлок, надо этот шланг убрать. Сейчас пойду отключу его. Так, проверим, что же здесь в пакетах. Так, шашлычок нашел, сырок пахнет. Курочка, походу, она на дне. Шерлок, чё ты лазишь, а? В Сашиных продуктах на день рождения, Саньку, а? Стопы, а при чем тут Санёк? При чем тут день рождения? Не-не-не, день рождения моё. Никакого ни Саши, ни Арсения, и не твоё, бать. Сегодня моё, понятно? Шерлок, а с чего ты решил, что это твой день рождения? Я тебе говорил, твой день рождения в августе. Не, бать, так не пойдет. Сегодня должно быть мое день рождения. И все, я ж только жду. Я уже столько дней рождения чужих пропустил. А это будет мое день рождения. И все, она тут, батя, ничего слышать не хочу. Иначе я ухожу от тебя. Ничего себе ультиматумы. Че ты разбушевался? Я тебе уже говорил. Сейчас Сашин день рождения, потом мой, потом мамин, а потом только будет твой. Понял? Это что за фигня такая? Не пойдет. Я хочу свой день рождения. Сегодня. А хочу потом опять мой день рождения. И опять мой день рождения. И опять мой день рождения. Я только так согласен. Только в этом случае, батя, я останусь с тобой. Шерлок, ты у меня никуда не уйдешь. Понял меня? А я тебе сейчас, знаешь, такую песенку? К сожалению, день рождения только раз в году. Поэтому успокойся, жди августа. Все. Не, бать, так не пойдет. Почему только в раз в году? Кто придумал такую ерунду? Вообще, я хочу вкусняшек. Я хочу много вкусняшек. И не один раз в году, а каждый день. Итак, батя, я остаюсь у тебя дома. Только в том случае, если ты мне даешь вкусняшку. Понятно? Слышишь? Чего это ты разбушевался тут, ультиматум мне ставишь, а? Что будешь, сыр? Шашлык?
Или котлету вчерашнюю Софиеву. Ух ты, как же все вкусненько, и сыр вкусненько, и котлетка вкусненько. Что же выбрать, что же выбрать? Давай сыр. Я бы шашлык выбрал. Ну ладно, сейчас тебе дам сыр. Сиди, жди. Ой, жду, жду. Да не дождусь никак. Так, бать, только это самый большой кусок давай. Ты можешь даже не отрезать, так давай. Слышь, клиент, а ты не подавишься? Я точно не подавлюсь. Был Шерлок, нету Шерлока. Нет. Столько хватит? Мало, давай левее. Еще левее. Еще. О, вот так, ничего. Ну, можешь уже отрезать. Так подойдет, говоришь, да? Подойдет, говорю, режь. Ну, ладно, ох, как скажешь. Ох, мой сырок, я тебя жду. На. Бать, ты че? Че за обман? Ты же мне большой кусок резал, а почему достался маленький? Нет, так не подойдет, ты меня все время обманываешь. С днем рождения обманул. Слышишь, ты еще возмущаешься? Конечно, я буду сейчас возмущаться. Я сейчас тебе вот так дам, понял? Не бать. Давай, все съедаю. Пойдет этот кусочек. Давай вот этот, который побольше. Сожрал мое, да? Ой, какой вкусный. Как же я этот сыр люблю. Это же просто кайф. Это же самая вкусная еда на свете. Кто еще любит сыр? Ну, кроме мышей. Конечно. Ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. Так, это сыр, да, конечно, вкуснятина. Бать, так, все, сыр я съел, я теперь шашлык хочу. Давай мне шашлык. Наглый, длинноухий парень. У тебя было право выбора. Ты свой выбор сделал, понял? Да, бать, я выбрал сыр, но так сложно выбирать. Я теперь мясо выбираю. Ладно, не даешь, значит, я тебе ухожу. И все на этом, батя. Открывай давай мне двери. Не буду я с тобой жить, раз ты такой жадина. И мне день рождения жалеешь. Ух ты, жадебина. Ух ты, шантажист, я тебе это припомню. Ну ладно, что ты там уже это, взбунтовался? Колбасенцы и вареный кусок пойдет? Иди сюда уже. Чё-чё-чё, Адам? Чё ты там не говоришь? Колбасенцы? О, колбасенцы тоже пойдет. Я её люблю. Ой, моя колбасенция. Какая же ты вкусная. А какая пахучая. Кто же её не любит? Да её все любят. Она же шманит. Манит. А ты давай своим да подписчикам покажи, как ты просить умеешь. Меня. Проси. Проси, красиво проси, давай. Тебя уже почти 100 тысяч смотрят. Давай, проси. А? Проси, проси. Да я попросил уже сколько раз, сколько просить можно. А, кстати, да, подписчики, осталось совсем чуть-чуть. Давайте быстренько, чтобы до сотни. Ох, порадуйте меня. Ну ты это, короче, ты вообще хитрец. Так, бать, давай скорее, а то уйду от тебя. Это я хитрец, батя? Я совсем не хитрец. Хитрец только тот, кого день рождения празднут. А я бедолага. Пойдет? Ну как сказать, маловато, конечно. Или даю колбасенцу, или тогда вали. Я с тобой буду теперь только так. Или колбасенция, или вали. Вали. Не-не, бать, я, конечно, колбасенцию выбираю. Давай, ну давай. А сейчас сам заберу, давай, говорю. Вот так, ага. Сразу бы так, понял? Какая же она вкусная. Ах ты мой шантажист вот такой, ушастый, а? Ой, любим мы тебя, ага. Меньше, чем Сашу с Арсением. Но колбасы я тебе больше не дам, даже не надейся и не смотри в ее сторону. У пацанов должна быть нормальная фигура, особенно у охотников, понял? Как ты мне дичь нести будешь? Все, свободен, иди на место. Слышь, бать, я тут подумал, а может все-таки еще шашлычка дашь, а? Ну кусочек такой небольшой, но... Не живи, давай сюда шашлычка, я уже, между прочим, иду. Ну-ка иди. Ой, все понял, бать, я все понял. Ладно, не надо, не злись, не надо мне шашлычка. Все, я уже ничего не хочу. Ну а вы были на канале Бро Шоу Пэт. Ставьте мне лайки и давайте подписывайтесь. Уже скоро 100 тысяч. Я вас так люблю. Пока-пока. Вы все у меня очень крутые и классные.